группа «Зона Юг», Добрыня, разгромная победа над Анопино, 3-0. С нами Владислав Латышев, защитник команды «Добрыня». Как тебе игра, Влад, сегодня? Ну, такая рваная немножко. Первый тайм вообще не понравился ни тренеру, ни нам. А во втором собрались, более-менее все как-то наигранно стало получаться. Возможно, сыграли заменки, возможно, мы в перерыве все-таки собрались, как-то внутренне себя настроили и выдали, по крайней мере, что-то похожее на тот футбол, в который мы умеем играть и можем. Сегодня во втором тайме было очень много замен, в результате которых ты получил капитанскую повязку. Как чувствует груз ответственности какой-то? Ну, это было неожиданно. Да какой груз, на самом деле, капитанская повязка мне, по крайней мере, дало какое-то право быть немножко лидером в плане эмоциональном, то есть подсказывать всем, кому не лень. Мне ребята сказали, что в меня вселился дьявол, не знаю, возможно, это и так, но это приятно, приятно. Я думаю, что я не подвел команду в эти 10 минут. Насчет дьяволов, кстати, была на трибуне ассоциация с Полом Скоулзом, да? Хорошо, я первый раз об этом слышу, но возможно, возможно. Вернемся к прошлой игре. После «Динамо», игры «Динамо» М. Колос, мне показалось, что именно «Динамовская молодежка» способна отобрать очки у Добрыни. Так и вышло, без голевая ничья. Вообще счет 0-0 был зафиксирован впервые, в итоге желто-черных. Как думаешь, почему не удалось там победить? И почему не удалось забить вообще, в принципе? Что помешало? Ну, это такой вопрос, на самом деле, очень сложный, потому что... Ну, мы это все разбирали, мы искали причины и нашли причину в том, что, наверное, мы недооценили соперника. Мы приехали туда с мыслью, что в первом сезоне мы их обыграли и дома, и в гостях, и все классно, все круто. Просто мы должны выйти, как бы 3 очка наши. Первый тайм, естественно, мы провалили, и, к сожалению, нам не дало это такого пинка, чтобы мы, вот как сегодня, во втором тайме вышли и показали, что мы можем и умеем играть в футбол. Скорее всего, мы просто немножко недооценили соперника, поэтому свалились в их игру, и, естественно, у нас ничего не получилось. Парни молодцы, на самом деле, у них была тактика такая, они весь второй тайм сидели в... Сзади они перестроились то ли в 5 защитников, то ли во все 11, непонятно. Было очень сложно, но мы сами виноваты. Надо было в первом тайме все решать. Мы этого не сделали, поэтому 1 очко вместо 3. С одной стороны, Добрыня лидер, да, это первое место по итогам первого круга. 5 побед, 1 ничья, ни одного поражения. С другой стороны, Олимп все-таки не отстает и находится поблизости. Как оцениваешь итоги первого круга в целом для команды? В целом для команды, когда нет поражений, это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, все команды, с которыми мы сейчас играем, это команды первого сезона. И мы их знаем, мы умеем против них играть, и это не оправдание, что у нас нет поражений, значит, мы делаем все правильно. Если бы были все 18 очков из 18 возможных, вопросов бы не было. Так, 16 из 18 возможных. Вопросы есть и к нам, и... ну, я не знаю, это на самом деле для нас это неутешительно. То есть Олимп, да, Олимп в порядке, как и все у нас в группе. Каждый борется, каждый играет, каждый способный. Очень трудно играть, на самом деле, нельзя недооценивать соперника, игра с «Динамо» нам это показала. Как думаешь, готова ли команда удержать преимущество первого места? Конечно, мы готовы. Слышал, что зимой у тебя были проблемы со здоровьем. Сегодня отпахал весь фланг, да? Как себя чувствуешь вообще? Да здоровье, слава богу, все в порядке, наладилось. В плане физических нагрузок, да, у меня есть некие ограничения по бумаге, но если действовать всему, что на бумаге, то ты просто будешь сидеть дома и ничего не делать. Как говорится, футбол для меня это как отдушина. Я прихожу, я играю, чувствую себя в полном порядке. Вопрос из зала, так скажем, да, перед началом сезона твой друг Никита Стригин покинул команду. Как воспринял это событие? Ну,
Не буду напоминать историю о том, что у нас тоже один человек ушел, и за ним по дружбе ушел другой. Я не такой, я... Добрынин для меня семья, и если Стригин ушел, ну, значит, это его выбор. Пускай захочет вернуться, я, конечно, буду за него просить, потому что это мой друг, но за ним уходить я не видел смысла. Я продолжаю бороться, чтобы в составе как-то закрепиться. И для меня его уход ни на что не повлиял, в принципе. Знаю, что ты с удовольствием занимаешься тренерской деятельностью в школе футбол Добрыня. Поделись, чем сейчас живут твои подопечные, рассматриваете ли возможность заявки на какой-нибудь турнир или соревнование? Перспективных игроков очень много в школе на самом деле. Очень много, это не прям очень много, не половина состава от каждой группы, но есть ребята хорошие, некоторые еще молодые, их как бы пока нет смысла рассматривать, они просто по возрасту проиграют. Есть ребята, которые вот в дубле у нас дебютировал, паренек из Боголюбова. Я последил за ним, мне понравилось, как он действовал. Там, да, чувствовался мандраж в ногах какой-то, но я считаю, что у него большое будущее, он молодец. Также мы из Суздальской школы двоих ребят в Торпедо на просмотр сводили, они им понравилось. И тренерскому штабу эти игроки понравились, игрокам все в порядке, тоже понравилось. Я даже сегодня, когда забирал Грына, так сказать, с работы, я видел, как один из них шел на тренировку, я спросил, как ты, с чего ты, то есть, ну, мне не безразлична их судьба, и я вижу, что ребята способны, ребят горят глаза, они молодцы, и я только рад, что хоть какую-то лепту маленькую, но внес в их становление. Немножко предвосхитил мой вопрос следующий. Вот в последнем матче дублирующего состава Добрыни случилась первая победа черных-серых, а также на поле вышел Кирилл Ушаков, воспитанник школы. Ты рад вообще? Я очень, да, конечно. Я как узнал, что он приедет, я очень на самом деле боялся, что родители как-то не так воспримут, потому что, ну, соперники — это мужики. А он еще паренек, да, молодой. Я боялся, что родители сами скажут, зачем он еще там маленький, зачем ему куда-то там сразу под поезд. Это немножко напоминает мне историю первого сезона, когда у нас был в команде, который сейчас в дубле, кстати, как его зовут? Илюша Вичанин, да. Прости, Илюша, если ты смотришь. Илюша Вичанин. Он способный мало, но он еще молодой, и мы его боялись выпускать, под, как мой тренерский штаб боялся его выпускать под мужиков. Здесь то же самое, я боялся, что родители будут против, но родители адекватно все восприняли, привезли, посмотрели, и мне кажется, то, как он вышел, он убедил, что да, родители, я готов, и он меня убедил, что он реально готов, я посмотрел, мне очень понравилось, я рад. Спасибо, Влад, успехов, с победой. Silent echo.